Мешает реклама, жми на крестик. Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Итак, это, конечно же, продолжение войны гильдий. Так, приступим. Подзарядиться надо сначала, не хватит энергии. Поехали. Кого мы будем сегодня бомбить? Джека, о боже. Ладно. Так, что у нас тут? Второе пати, в принципе, даже могу сказать грозное, желтан. Не люблю я этого обезьяноподобного. Так, тоже пати интересная, я так понимаю, еще и быстрая. Увеличивает скорость атаки, да, достаточно быстрая может оказаться. Так, третий вариант, четвертый. Сегодня много, кого можно будет побить. Либо меня, чтоб меня побили. Так. Эта пати, наверное, самая интересная будет, особенно вот вторая его часть. Насколько быстрее окажется Бернард. Быстрее ли моего? Ну, почему-то я ставлю да на его Бернарда, что он быстрее. Но посмотрим. Думаю, оставлю на конец. Так, а будем бить, я думаю, вот это пати. Так, здесь единственное, наверное, заменим на Меган. Так, Меган либо Часун. Меган либо Часун. Думаю, лучше Часун. Более своего вариант. А здесь... Прошу прощения, горло что-то пишет. Да. Так, как насчет вот этого пати? В принципе, почему бы и нет. Главное, чтобы Тайрон, конечно, не заморозил всех. И Валька не сделала свой апкаст. Это будет очень плохой вариант. Такого я еще не встречал на войне гильдии. Но такое возможно. С таким пати. Итак, в принципе, поехали. Нет навыков лидера. Кстати, да, ставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы меня сейчас разнесли просто в хлам. Оу, я что-то... Ау. Ау. Ёбаный в рот, так как так-то? По-моему, лайк уже многие поставили. Итак, ай-яй-яй, блин. Печальный вариант может оказаться. Валька не слабая, скажу так. Блин, очень-очень плохой вариант и расклад. Итак, что же мы будем делать? Пока подхилимся, я думаю, так как гланс нам не нужен, очень мешает. Будем пытаться убить Вальку. Хотя и Тайрон очень мешает, да, здесь, наверное, вряд ли я выживу. Так, хотя бы Вальку добили уже, хорошо. Ну, следующим Тайрона будем убивать. Если нам хватит подхила от одного Ашера. Ашер. Итак. Ну, еще и пати достаточно быстренькая. Так, ну же. Что будем делать? Я думаю, калечить немножко Тайрона. В принципе, пати достаточно быстрые обе оказались. Ну, я за счет, естественно же, своего вампира. Но чувствую, я здесь не выживу попросту. Так, подхилимся немножко. Еще подхилимся. И второй заход. Ай-яй-яй, через... Нажал кнопку и только потом посмотрел, что висит гланс. Да, тупанул немножко. Ну, как немножко. Очень немножко. Так. Ну, хорошо, хоть Тайрон не через, так скажем, не в ДД одет. Поэтому пока меня это спасает. Пока. Но чувствую, здесь будет боль. Вот какая боль. Ну же, экстра ход. Не везет мне немножко на Виолент сейчас. Ну же. Блин, только хотел походить. Тоже, наверное, нет смысла. Ну же, доживи, чуть-чуть осталось. Блин, что же делать сейчас? Нет, нужно подхиливаться, так как все равно гланс. Ай-яй-яй. Ну вот вы видите, чувствую, это и конец будет. Разве что сейчас попробуем убить Тайрона. Попытаемся. Нет раскола, конечно же. Ну же, умер Тайрон. Ну и сейчас можно выйти, как минимум будет в ничью. Я думаю, ну еще и попытаемся, конечно же, убить Хлою. Возможно, это получится, но вряд ли. Ставлю я больше на Хлою.
Так как, не, ну, я думаю, и она меня не убьет. Надеюсь. Ой-ой-ой, еще и по два раза ходит. Это не есть хорошо. Так, сейчас попытаемся подслить ее. Оу, в принципе, неплохо. Сейчас еще попытаемся. Вы видите, очень быстрая Хлоя по сравнению с моим эшером. Блин. Ну же. Ай-яй-яй. Ладно, подхилимся. Запрет. Отлично. Но ей это... Ой-ой-ой, нужно было... Отлично. И вот сейчас у меня есть, в принципе, шанс. Ну же. 4 крита, давай. Да. Писелюшки не хватило. Чуть-чуть. Так, ну же. Сейчас мы будем бить. Добивай. Отлично. С корем пополам. Блин. И нужно же было мне сказать по поводу этого лайка. Ёп. Расходился. Так, идеальным вариантом будет сейчас убить белку, либо желтана. Да, в принципе, любого из них, но лучше белку. Давай, белка. Две тычки. Две. Белку. Ты моя лапонька. Так, и сейчас... Хотя, в принципе, почему бы и не бить желтана. Добить его. Все равно он уже никак не подхилится. И тычечку желтана. Пух. Прикольно, да? ХП туда-сюда. Так. Нет, будем бить. Я думаю, Веромос не походит 5 раз в мою Вальку. Катарину Петрону. Ну же, апкастик. И добиваем. Ладно, не будет апкаста. А, господи. Медленная. Смерть. Так. Первая победа очень-очень тяжелая. Потерял я ведро, а это не есть хорошо. Так, сейчас мы посмотрим, кого мы будем бить дальше. Затяжной получился бой. Так, кого я еще там смотрел? Но я... Ага. В принципе, прикольно. Да, жена мне купила зерна кофе. Прикольная штука. В шоколаде. Никогда не пробовал, кстати, за мои-то неполных 16 лет. Так, ну, перейдем, наверное, сразу к этой пати. Сыграем ва-банк. Ну, здесь по-любому будет мега-рама. Мега-рама, мега-лото. Так, рама-рама. Рама. А кого же мы еще возьмем? Нужно еще больше огня. Нужно больше огня. И, кстати, как вариант мы можем взять Вусу. Вуса. Почему бы и нет? Иммунитет. Да. Хотя обезьянка будет бить Вусу, а пускай бьет. Почему бы и нет? Остальные двое будут бить Раму. Ну и массовка будет бить, естественно, всех. Так, а здесь мы обязаны просто взять пирата для того, чтобы хоть как-то компенсировать скорость. Оу. Бернард, это у меня нет для буста. Хотя, в принципе, мне главное, чтобы моя Хлоя походила быстрее, чем его петушок. В чем я очень сомневаюсь, но я не думаю, что он даст настолько... то есть, смотрите, в чем ситуация. То есть, Бернард, даже если первым походит, он даст буст по скорости не такой большой для того, чтобы один из его персонажей, вот этот, как его там, Мимир, да, и Зайрос походил следующим. В любом случае, моя Хлоя походит. Какой бы скилл ни юзнул Бернард. Поэтому да, в любом случае, я думаю, пати моё сработает. Поехали. Ничего себе, я даже объяснил тактику. Ого. Наверное, что-то случилось. Итак. Да, будем кидать все-таки щит. Хотя, я думаю, не нужно было. Ну ладно. Такое. Ого. Пробил щит и больно ударил. Ну, первым будем сливать Макакича, так как он нам мешает. Так, ну же, блочим пассивочку. А, кстати, на каком-то мы канале сидим. Непонятно. Ну, жахни критом. Ай-яй-яй, не жахнул.
не заметил. По-моему, раме моему слили. Откат, точнее, сделали полный. Сейчас посмотрю. Ну-ка, да. Все-таки откатил он ему скилл. Ну, я думаю, это будет не проблема. Вусу я потерять не боюсь. Хотя прикольный туманчик, да, у него анимация такая. Особенно на острове, когда моб бегает. Эта птичка у него еще вечно клянчит пожрать. Ну, всем привет на 444-м. Классный ник. Этиловый спирт. Насколько я помню формулу. Ну же, Хлойка. Хлойка, плойка. Так, так, так. Крит. Мы кастуем силу гор. И... Вы видели, да? Мой говновунца. Говновуса, точнее. О. Все-таки вы видите, Мимир, побыстрее. Мой говновуса выдал 27 косарей. Это еще при половине хп. То есть это далеко не максимум. В Хлою, которая по дефолту идет. Ну, с немаленьким количеством хп, защиты и тому подобное. Неплохо. Мне понравилось. Итак, в принципе, все персонажи походили. Не заметил я, пока говорил, чем походил Зайрос. Надеюсь, своим третьим скиллом. Так, идеальным вариантом будет убить Мимира. Ну, всем по тычке. Давайте, всем по тычке. Всем. Нет, не всем. Ну ладно, хотя бы так. Думаю, один Зайрос нам ничего не сделает. О, 6000, не крит. Кстати, хочу пирата переодеть, поменять ему шестую руну на точность сделать, так как пират с 11, да, вам не послышалось, 11 точности, это как-то маловато. Я начинаю замечать, что это реально мало, мало. Так, что мы будем делать здесь? Либо здесь. Сейчас выберу. О, Бетти, ты моя рыба. Ты моя рыбонька. Может, попытаемся против Бетти? А кем мы ее, конечно, бить будем? Вот это я пока не подумал. Действительно, пока... Бить Бетти. А кем? К примеру, Эшир. Так, моего... Блин, белку убили. Пират мне здесь нужен. Взять Бернарда. Бернарда. Но Бетти может очень... А если так? Поприкалываться, так скажем. Конечно, нет снятия бафов. Вот что плохо. Ну, гулять так гулять. Последний бой. Поехали. Первая пати будет прикольная. От фонаря собранная. Вы не думайте, что я там, вы видите, я долго не рассуждаю, то есть набираю пати такое, чтобы, так скажем, и повеселее было. И, как говорится, по приколу. Второго вырубил по приколу. Так, кого первого будем сливать? О, заслепил. Прикольно. Кстати, если вы не знали, то Веромост не снимает слип, так как он, ну не знаю, он вроде как идет дебаф, но слип он не снимает ни себя, ни с кого. Оу-ю-ю-ю. Слабенькая бет. Будем убивать, я думаю, ее. Так, скорость нам ничего не даст. А если мы жахнем... Ну-ка, добиваем. Не добили. Так, нет, я думаю, лучше дадим щит. Потому что висит раскол. Я не знаю, насколько она сейчас жахнет. Так, 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 так. Скорость. Да, думаю, скорость. Быстрее, чтобы эти дебафы поганые слетели. Оп, не пробило. Обломчик. Ну, насколько? Не крит, 2000. Так бы на 1006 жахнул бы. Ну, фулл хп, вы понимаете. То есть скилл реально веселый, когда вусу немножко подсольют. Ай, зря я дал раскол, по-моему. Так, нет, откатился скилл. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Один крит. Подводит нас сегодня Ашер, и вообще меня не радует на этом ГВ. Ну же, давай слип.
Нет. Ну, вуса у меня не точен, насколько вы помните. Блин, подхила у меня нет. То есть сейчас мы можем немножко встрять. Точнее, есть подхил, но он один и слабенький. И сейчас, да, мы его используем. Ну, конечно же. Кого ж ты еще будешь бить? По 5 раз походить еще тебе стоило. Так, если мы дадим раскол. И нет, раскол нам не нужен. Блин. Резня так быстро восстанавливается. Нужно было давать раскол. Так, если мы сейчас дадим раскол. Да, даем раскол. Надеюсь, раскол, в смысле, на броню не упадет. Сними там, не знаю, что угодно. Так, лучше пафнемся. Думаю, я все-таки, да, в усу я точну ему скиллы. Идеально. И Веромост, до свидания. Так. И, ну же, раскол. Отлично. Ну же, почти убили. Еще бы крит и ушла бы. Так, ну-ка, давай крит. 9500 через фулл хп. Я считаю, не... Блин. Иммунка, ну, в принципе, нам главное баф, а не дебаф. Чудесно, блин. 11 точности, конечно же, чего я хотел. Ну, сейчас бы идеально было бы грохнуть часунку и одну тычку дать в Теомарса. Либо в Акасис. Главное, чтобы Акасис не дала свой баф. Это будет очень плохо. Это жесть. Ну, хотя бы так. Теперь нужно будет его пробивать как-то. О, раскол. Отлично, есть шанс. Ты моя рыбонька. Ай, красота. В принципе, да, немножко реабилитировался. Очень вовремя залетел раскол. Качественно вообще так прошло. Ну, естественно, с 11 точностей, плюс еще и противоположная стихия. Конечно же. Еще и кланс. Блин, это жесть. Оу, Деспайр. Достойно. Так, не будем давать баф. Ну же, нет. Блин, сейчас если Фалька походила. Ай-яй-яй, вот это плохо. И нет, не будем опять же давать. Ждем бафа пирата. Если он успеет это сделать. Ну, в принципе, пускай сдыхает. Здесь по-любому кто-то умрет. Если сейчас не застанет. Нет, не застанет. Возможно, пират даже выживет. Ай-яй-яй, вот щит это плохо, так как защита открыта. Все дела. Подхил. Отлично. Еще и баланс. Фулл хп. Ну, хоть кого-то, я думаю, убьет. Не крит. Крит. Ох, это может продлиться. Канителька долго. Нет, не продлится. Не успела часунка походить, поэтому часунка сейчас тоже сдохнет, тварь. Фух. Так. Бафчик, я думаю, дадим. Ну, естественно, раскол, чтобы залетел, это ж что-то новое. Но руну, да, придется менять. Естественно, пират станет послабее, так как у меня там, по-моему, атака стоит. В принципе, я думаю, отыграл более-менее достойно. Первый бой, конечно, меня очень удивил. И все такое. Так, сыграем в батарейку. Что у нас здесь? И... Офигеть. Просто столько всего интересного. Вот. И, в общем, в принципе, наверное, это все на сегодняшний день. Кстати, да, опять же, напомню, что 29 числа в 10 часов вечера по Москве у меня состоится стрим на Твиче. Поэтому всех желающих жду у себя... на канале. Кстати, копию я видео, так скажем, потом выложу и на YouTube. Поэтому, если кто не сможет, либо там время не совпадает, я прошу прощения. В дальнейшем, я думаю, стримы буду делать, возможно, немножко раньше, там в 8, в 9 по Москве. То есть я пытаюсь, так скажем, чтобы со всеми немножко совпало, делать раньше. Нет смысла, не хочу никого обидеть, но я считаю, что большинство людей приходит домой в среднем, там в 7-8 часов вечера, поэтому делаю стрим чуть позже, для того, чтобы вроде бы и не ночь была, но и с другой стороны, большая часть была бы уже дома. Ну, под всех, конечно, подстроиться невозможно. Я думаю, никто в обиде на меня не останется. Ну, так
такое бывает. Вот, и опять же, кто смотрит это видео, я говорил в этом немного ранее, что ищу человека, который бы помог бы мне в создании там каких-то... То есть мне не нужны мега-навыки и все такое, но так как если вы хоть какие-то навыки имеете с фотошопом, и у вас хоть что-то получается, уверяю вас, вы уже больше понимаете в этом, чем я. Потому что, ну, у меня максимум это, я не знаю, какой-то там текст набрать в Paint и так далее. То есть, ну, вы знаете, с рисованием у меня никак. И, в принципе, в этом плане даже с фантазией. Поэтому очень буду рад человеку, который мне бы в этом отчасти помогал бы. И из-за этого, конечно же, и улучшится весь контент и все видео. Потому что очень много времени уходит у меня на создание... прошу прощения, даже таких картинок, которых я там делаю, не знаю, заставки, еще где-то и тому подобное. То есть очень нуждаюсь в такого рода помощи. Поэтому жду ВКонтакте, в Скайпе, где угодно, договоримся и буду рад помощи вашей. Вот, поэтому, ну, в принципе, это и все, да, на сегодняшний день. Всем спасибо за то, что вы смотрели меня. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем побед на ГВ. Легких, без всяких приколов. Да, ну, хотя легких побед, это, наверное, будет неинтересно. В общем, всем пока.